Привет, я Игорь Рыбаков. Предприниматель, инвестор, миллиардер, а теперь еще и влогер. Почему я решил прийти на YouTube? Ну, во-первых, меня просили. Вы знаете, кто меня просил? Не-не-не. Меня просили подписчики из Инстаграма, которым вроде как мало моих минутных видео. Ну и второе, я сам наблюдал за Ютубом, за влогерами. Я видел, как бешеное количество людей пилят мотивационные видео о том, как жить, как работать, как заниматься бизнесом. Вы хотите научиться зарабатывать нормальные деньги? На счет три вы встанете и закричите так громко, как вы рады своему будущему. Вот они все кричат на меня из планшета и требуют, чтобы я пошел в спортзал, в бассейн, выучил английский и стал, наконец, успешным. Берешь и начинаешь стимулировать. Кто они все эти люди? Вот кто? И почему миллионы подписчиков у них, а не у меня? Необъяснимо, но факт, необъяснимо, но факт. В конце концов, у кого миллиард долларов? У них или у меня? Я ведь кое-что знаю об успехе и мотивации. Но надо понимать, что я никогда ничего подобного раньше не делал. Я не писатель, я не учитель, я не журналист. Я впервые тут сижу вот под этими фонарями и объясняю, что мне от вас надо. В общем, вы можете меня вот прямо сейчас захейтить. Как мне писал один товарищ, дед бложит по дороге в собес. Да, для меня YouTube — это вызов. А я вызовы всегда принимаю. Посмотрим еще, кто тут дед. Теперь, о чем этот канал? Канал о богатстве, канал о здоровье, канал о любви, да обо всем. Вот мы соберем здесь самый крутой и полезный контент. И делать всю эту годноту вместе со мной будут самые рок-н-ролльные влогеры. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и присылайте свои видео. Частью нашего канала может стать каждый. Ну что, хайпанем вместе? Поехали! Ты выбираешь, как влиять, ты такой же, как мы, научись летать.